Это депутатское утро начинается с рукопожатий и шутливого вопроса, который моментально создает неформальную атмосферу. Что вы здесь не спите? Вскоре к депутату присоединяется глава муниципалитета. Как показывает практика подобных приемов, большинство обращений граждан находит свое решение прямо в ходе общения. Первый же посетитель подтверждает это. Василий Лукин пришел за содействием в обустройстве лыжной трассы, где могли бы заниматься спортом жители Молковского поселения. Раньше мы из-за школы, как немножко там участок у нас был, мы там еще пользовались, а сейчас нет нигде. Вот здесь и пригодились знания главы района, который досконально владеет информацией о землях каждого поселения. Я так предполагаю, мы можем за Мирдвором посмотреть территорию ближайшую, да, вот в Молоковской деревне, вот где механизированный двор, и за ним в сторону поймы Москвы-реки. Просто ближайшие мы территории не найдем, она либо частная, либо там ИЖС, ну, старые постройки. Валерий Венцель предложил сразу два варианта, где можно было бы сделать лыжню, а также заверил жителя сельского поселения, что возьмет решение этого вопроса под свой личный контроль. У меня очень хорошее впечатление. Я думаю, что к каким вопросам я обратился, я думаю, что помогут мне в этом деле. И Валерий Николаевич, вот то же самое, и Вячеслав Александрович. Я очень доволен. Сразу три заявителя, участники долевого строительства ЖК «Новая развилка», пришли на прием к депутату с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Люди волнуются. В октябре нынешнего года застройщик приостановил работу офиса и не выходит на связь с дольщиками. Валерий Николаевич услышал все, что вы ему сказали. Понимаешь, ближайший план – это собрать людей на месте и спросить у тех, кто не... Да? Тот несет ответственность, да? Да? Да. На самом деле, что они предлагают делать в ближайшее время. 10 минут хватило, чтобы принять оптимальное решение. В течение 2 недель при содействии главы муниципалитета учредитель организации застройщика встретится с дольщиками, чтобы ответить на все интересующие людей вопросы. Правда, сами граждане пока относятся к решению осторожно. Получился конструктивный диалог? Ну, надеемся, да. Здесь будем смотреть по результатам. Недоверчивое отношение людей объяснимо. Часто этот кабинет становится последней инстанцией, куда граждане обращаются за помощью. И депутату важно завоевать доверие приходящих. Самое интересное... Вот реакция людей, которые получают ответ на вопрос не по переписке, а прямо вот сегодня во время приема. Я думаю, это, наверное, одна из самых наших таких позитивных решений в свое время, да, то есть в присутствии главы, в общем, решать вопрос. Порядка 15 личных встреч провел депутат Вячеслав Фетисов в этом году. Всего в депутатскую приемную обратилось более 120 граждан. Максим Козлов, Егор Хлябич, Евгений Садовский, «Видное ТВ».